8 марта 2019 года силами Кировского ГИБДД проведено мероприятие «Автоледи». В рамках данного мероприятия сотрудниками были остановлены дамы, управляющие транспортными средствами. Им были вручены цветы, а также пожелания соблюдать правила дорожного движения, не попадать в неприятные ситуации и не встречаться с нами по плохим поводам, только по хорошим. Дорогие дамы, поздравляем вас 8 марта! Крепкого здоровья, весны в душе и простого человеческого счастья. И поменьше попадать в неприятные ситуации, встречаться с нами только по таким поводам.